Очень хороший. Да. Нежный. С этого саванца. Угу. Сколько? Упор не смотри. Там пойду.
тут баньки такие ставят. Смешные. Что-то там они изменили за лето. И дождь, и солнце. Грибной дождик. Мох убил. Смешно какой. Да, здесь уже осень совсем чувствуется. Угу. Вон еще какие-то цветы совсем такие остались. Да, они самые стойкие. Камыш, наверное, или что-то. Дальше, конечно, мы идем дальше. Аккуратно. Здесь уже утепление сделали еловым лапником. О, смотри, мясо что ли висит? Кусочки мяса. Мясо? Да. Ну, куски там сала, там килограмм, наверное, сала для синичек, да. И смотри, скользко может быть. Да. Даже вон мостик персональный. Понимаешь, даже вон там розетка персональная. Видимо, насос там и качает воду для полива. Ничего, что дождь идет? А? Я думаю, обработаю. Вот можно там постоять. О, еще калина красная. Ягоды. Ее есть-то можно? Лучше не есть, да? Тогда не будем. Ага.
батареи. Сельский, да? Угу. Ну где еще такой вид? Куда-то надо ехать. Это же, потому что крыльцо выходит, да? Да, да, да. Это, конечно, трухлявое. Ну ладно. Так в этом весь антураж, ты понимаешь? Если бы оно стояло что-то современное, да, 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 это было бы не то. Такая труба. Здесь есть деревня недалеко, где снимают фильмы. Потому что далеко ехать не надо. Здесь буквально рядом деревня такая. Люди сказали, что они уже не пускают его съемочную группу к себе домой. Что? Ну, тут... Ну, видишь, был бы мох, был бы старый, а это что-то такая пакля. Ну, пакля, да. И то птицы все повыдергивали. Ага, маховик. Не маховик? Совсем закопченный. Дверь такая. Слушай, здесь тоже, наверное, была терраса, да? Вон. Остатки остались. Да, да. Остатки фундамента. Это уже финская территория. Дороги пойдем нормально. Сейчас мы к нему подойдем, и от него уже там дорога идет. Вообще, конечно, теоретически там это можно. Ой. Идти, идти, идти. Ой, да. Такой, да? Старый. Старый, видишь, да. И вот видишь, вмятина, дерево падало. Наверное. Да, подойти. Да, да. Тоже, наверное, какая-то баня. Столько листьев. Смотри, дубовые листья, да? Дубовый лист. А где здесь дуб? А, вот дубы стоят, да? Ага. Покосившиеся, смотри, даже. Здесь, по-моему, вообще весь участок брошен. Ну, интересно, сколько будут продавать его. Если будут. Ну да, тут. В общем, первая береговая линия. Само по себе место недорогое, но из-за того, что речка здесь, это, конечно, будет дорого. Люди мне здесь говорят, что в лес страшно ходить. А когда что страшного? Так дикие животные. Я говорю, а что их раньше не было? Ну, говорит, после бурелома люди стали меньше в лесу ходить. И как бы граница... Нет, блин, прямо так по тропинке. Граница жизни животных, она изменилась. То есть, там, где люди не ходят, животные ближе подобрались. Там дальше она извивается, мостки такие сделаны и все такое.
Ну, какой смешной домик, смотри, с этого ракурса, да? Смотри. Сколько он шириной? Ну, 2 метра? Будет 2 метра или полтора? Это вот у меня сарайчик такой. Ну вот баня не намного больше моего домика. Ну, вообще, у меня там биотуалет стоит и инструменты. Ну да. Ботки, толпы, лопаты, грили. Да. Люди, видишь, калитку делали. Ворота. Ну, это же чужой участок, это машина, вероятно, здесь какая-то въезжала. А, да, дорога. Откуда она въезжает? Вижу, как ворота хорошо оригинально сделали. Какие-то из того, что было. Какие-то это металлические эти штучки, дрючки. Видишь, металл хранят от кровли. Видишь, кирпичи со старыми надписями. Видишь, привезли, не поленились сюда. Это же они где-то взяли-то их с дома. Правильно? МЗ Унченто Кваранта Новая. А, да, и солнышко. Да, здесь чувствуется осень. Мерси. Чтобы видно было. Туманчик.